Мистер. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский. И сегодня у нас распосылочка одной посылочки. Я думал, мне придет вторая, а мне, как видите, пришел штраф. Первый раз за 4 года вождения. Ну что у нас здесь? Посылочка шла порядка 40 дней. Может, даже и больше. Я уж о ней позабыл. Тут у нас расширенный аккумулятор на HTC Incredible S. И парочка аккумуляторов 18650, которые, как вы знаете, у нас в России достать все еще проблематично. Да и стоят они далеко не демократично. Может достигать цена одного аккумулятора там 500 тысяч рублей. Так, что у нас внутри? Больше ничего нет. Жадные китайцы ничего не ложат больше. Так, аккумуляторы. Намного больше, чем 3А. И немного больше, чем 2А. Емкость у них заявлена как 4000 мАч. Для чего взял? Для фонарей. Попробую, может быть, позже сделать обзорчик. У меня есть фонарик. Так вот, в нем один такой аккумулятор заменяется тремя батарейками 3А. А от этого аккумулятора говорят, что будет светить намного ярче и немного дольше. Так, батареечку попросили заказать уже очень давно. Вроде как с внешней крышечкой. Так, запаковано. Ну, в общем, все как всегда. Так, качество. Вроде неплохо. Прорезиненная, вся такая soft touch под оригинал. Упоры. И сама батареечка на 3500, как заявлено. В принципе, судя по весу и по плотности, могу сказать, что, скорее всего, так оно и есть. Ну что же, на этом все. Подписывайтесь, не подписывайтесь. Ставьте лайки, не ставьте лайки. Комментируйте, не комментируйте. С вами был Александр Мордынский. Всем пока. Так.